Столицу Универсиады 2013 мэр Сочи посетил в рамках мероприятий по продвижению города-курорта, а также с целью взаимовыгодных контактов. Желание сотрудничать подтвердили как минимум 10 ведущих туроператорских компаний Казани. Так все они сегодня находятся в Сочи в рамках рекламно-информационного тура. Честно говоря, такой формат, с которым он приехал, был впервые для нашего города. И поверьте, не каждый мэр ездит именно с таким форматом. Мы так впечатлились, что подумали, а почему бы нам не приехать к вам в гости и показать весь туристический потенциал нашего города. Для сочинских турагентств коллеги презентовали главные достопримечательности Казани. Представители же олимпийской столицы подготовили для гостей экскурсии по санаторно-курортным и туристским предприятиям курорта. Не обойдется и без поездки в Красную Поляну. Цель здесь прежде всего, конечно, познакомиться с вашим туристическим потенциалом. Для этого мы привезли и туристические агентства, и компании, которые могут продавать ваш город Сочи. Но и также мы хотели бы показать себя, потому что мы, в принципе, считаем себя тоже активно развивающимся регионом по внутреннему туризму. И нам бы хотелось показать, чем же славится Казань. Сотрудничество назвали взаимовыгодным. Сочинские туроператоры также проявили большой интерес к Казани. Стороны обещают поднять и вопрос возобновления прямых перелетов из Сочи в Казань.